Телеканал КРТ представляє. І от остання капля, яку ми дуже извиняємося перед Нацрадою, тому що я так розумію, що, можливо, це якось особливим образом їх зацепило. Да, у нас на телеканалі КРТ в прямому ефірі обсуждалась не то, що проблематика, а от реальність, ЛГБТ-реальність. Вот. Ну, просто посмотрели под определенным углом на эту, мы не скажем проблему, а на эту действительность. Да. И не всем это понравилось. И Нацрада решила выступить в качестве защитника ЛГБТ. Вот. И получается, претензии к нам какие? За то, что мы поддерживаем парад Победы и не поддерживаем парад ЛГБТ. Ну, в принципе, да, да. Это если очень кратко сказать. Для тех, кто не знает, Нацрада — это такой украинский Кадыров. То есть периодически нужно перед ним извиняться, потому что, ну. Потому что пятый раз нам прилетает. Эй, тит, короче, твой. Ну, только в другой форме. Я твой канал шатал. Шайтан. Ты канал. Я твой канал буду, в общем, чистить. И получается, у нас ситуация действительно такая, что мы... Ярош чистит ружье, а Нацрада чистит канал. А мы чистим свою речь и избавляемся, да, от какой-то неправильной с точки зрения Нацрады риторики. На самом деле, как вы знаете, все украинцы как один любят гей-парады. Это семейный праздник, все собираются и выходят. Это, ну, для если сравнить, такой подобрать антоним, это, конечно, 9 мая. Ну, кто на 9 мая, какой нормальный человек видит на 9 мая, ну, что это праздник или что, я не знаю. А вот, а вот на гей-парады ходят регулярно, все равны, так сказать. Да, и мы должны понимать, что не обращайте внимания, что, в принципе, гей-парады иногда собирают небольшое количество именно участников. Большое количество потенциальных участников. Зато собирается большое количество правоохранительных органов, которые особое внимание уделяют этому очень важному, очень государствообразующему параду. Порадуемся параду, который, видимо, скоро будет с большим размахом отмечаться в нашей стране, в случае, если, конечно же, канал КРТ прекратит свое вещание, потому что мы должны напомнить, что вопрос о продлении спутниковой лицензии, он висит в воздухе, хотя висеть в воздухе он должен был 2 месяца назад, и это зависание Нацрада должна была решить, вот, но вот пока не решает. И когда же они должны уже точку поставить в этом вопросе? А этого мы не знаем, потому что у нас, к сожалению, нету, наш канал не смог закупить пирамидки Гордона, поэтому... На самом деле, я более чем уверен, что никто никого не хотел оскорблять, более того, я видел этот эфир, и я видел, что представители ЛГБТ выходили по скайпу и имели возможность высказать свою точку зрения. Правда, после того, как... Свою ЛГБТшную точку зрения. Да, но когда они слышали другую точку зрения, у них моментально нажимался палец на отсоединиться, и они уходили. Ну, то есть... Хорошо отсоединился еще палец на программе «Дуэль», когда они пришли, им предоставил телеканал КРТ площадку. Пожалуйста, кстати, господа геи, вот, пожалуйста, говорите вашу... Не знаю, ты уж не обижаешься. Да. И вот данные товарищи, они воспользовались тем, чтобы в первые 5 минут высказать свои гейские лозунги, да, и убежать. То есть это, честно говоря, как-то было не по-мужицки, но, честно говоря, я думаю, их это не особо и затрагивают. А вы говорили, у нас мало времени. Это как-то не по-мужски. Два билета в Содом, пожалуйста. Ладно, все, давайте это не будем. Да, не будем. Какая-то еще скажут гомофобы.